Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы будем на моем канале готовить творожные куличи к Пасхе. В общем, у меня будет примерно на 4-5 куличей рецепт. Получается, нам нужно 8 яиц, нужно сахар. Это все нужно размешать. Начинаем, в общем. Разбиваем яйца. Еще 2 осталось яйца разбить. В том году я, кстати, куличи делала на дрожжах. И очень даже хороший рецепт. Возможно, когда-то, может, в следующем году попробую на дрожжах снова. Вот. У меня получилось их очень много, на килограмм муки. Вот. Где-то порядка 13-14 куличей. Но это очень много. Так, в общем, всыпаем сахар. У меня здесь приблизительно где-то 500-600 грамм, но вы можете меньше класть, можете 200 грамм, даже 400 грамм. 200 это на 2 кулича, 400 грамм это на 4-5 куличей. Досыпаем. И сейчас будем все это вымешивать. Замешиваем. Надо хорошо перемешать яйца с сахаром в однородную массу. Размешали. Все, размешали мы яйца с сахаром. Такое получилось смесь, не знаю, однородная. Сейчас нам нужно растопить масло. У меня здесь получается 300 грамм масла. Я его сейчас в микроволновке растоплю. Вот мое масло растопило уже в микроволновке. Вливаем сюда смесь. Так, можно. Теперь добавляем творог. Творог у меня будет 9%. 4 пачки. Здесь пачка 180 грамм. То у нас получается 720 грамм творога. Добавляем творог. Расскажите, вы когда-нибудь готовили такие куличи? Потому что, насколько я слышала, что это... Я первый раз готовлю. Насколько я слышала, что это получается как кексы рецепт. И многим, кстати, очень нравится, что без дрожжей. Как я использую, чтобы получилось открыть. Без дрожжей. Тесто очень вкусное. Как у кекса получается. Вот. Я первый раз, в общем, готовлю. Посмотрим, что выйдет. Все, творог я весь сюда положила. Теперь нам надо разрыхлитель добавить. У меня где-то будет это 14-20 грамм. Насыпаем прям сюда. Так, можно с мукой. Кто-то с мукой размешивает. Thank you.
Чтобы однородное тесто получилось. Однородная масса. Вот уже на завершающей стадии у меня тесто. Получается вот такое однородное. Сейчас будем уже добавлять муку. Так, засыпаем муку. Где-то приблизительно там 1/4 часть пока можно. Потом еще мы засыпем. Можно половинку. Вот изюм у меня. Он уже промыт. Он уже просушен. В горячей воде замочен был. Мягкий. Так, начинаем мешать. Мешать тесто. И еще в этот рецепт можно добавить цедру лимона. Я уже натерла ее на терке. Получается здесь 2 столовые ложки где-то приблизительно. И все, получается, теперь надо размешать это все. А далее будем вводить муку постепенно. Так, далее мы добавляем еще соды. Это где-то пол чайной ложечки. Там буквально 4 грамма. Вот столько. Так, далее мы добавляем ванилин. Я добавляю, получается, здесь сколько у нас, 1,5 грамма? Ну, 3 грамма получается. Муку я все уже высыпала, вот размешала. Моя помощница помогает мне. Сейчас будем уже раскладывать по формочкам. Такое тесто у меня получилось. Оно густое очень. Так, приготовила я формы. У меня вот 2 большие. Такая средняя, можно сказать, и 2 маленькие. Посмотрим, сколько хватит. Потому что, может быть, еще останется тесто, я еще тогда вот таких, может, сделаю. В общем, еще хотела сказать, я хотела в тесто добавить цукаты, тоже их помыла, просушила, но что-то передумала в последний момент и решила цукатами украсить помадку. Вот, я думаю, что это будет интереснее и лучше вариант, чем мешать изюм с цукатами в тесте. Вот, ну сейчас мы наливаем, смазываем формы. Наливаем по чуть-чуть масла и кисточкой это все размазываем, и края в том числе. Я буквально вот чайную ложечку, наверное, наливаю, чтобы у нас не приставало тесто. Так, теперь вот так вот мы все это дело умазываем. Края тоже. Хотя в этих формах я в том году делала, и они не приставали. Короче, хорошо снималось. Ну, попробуем в этом году с маслом смазать. Посмотреть, что будет у нас. Такой же эффект или нет. Что вообще эти формы, они уже считаются пропитаны. Теперь берем ложечкой и накладываем в кулички, в форме куличное тесто, наши кулички будущие. Духовку я уже включила на 180 градусов. Выпекать нам нужно будет где-то полчаса. Но вы проверяйте все равно тесто зубочисткой. Вот. Потому что может где-то, смотря какая у кого духовка, может кому-то понадобится и 35 минут, или 40 минут. В общем, будете сами смотреть по своей духовке готовности. Смотрите, я еще когда где-то по полформочки я добавляю тесто, чтобы они еще если вырастут, поднимутся, чтобы они не перелезли через края. И еще в конце я
вот так вот утрамбовываю, чтобы был верхний слой шапка ровненькая, красивая. Вот так вот. Ну что, все формочки я заполнила тестом. И, как говорится, глаз алмаз, как раз мне хватило на все формы, которые я достала и приготовила. Вот. Все, в миске ничего нет. Сейчас ставим духовку, как я ранее говорила, на 180 градусов. На 30 минут приблизительно. Но вы следите все равно. Может, 35 понадобится, может, 40. Каждого разная духовка. Вот. Так что ставим все. Ну вот и все. Испеклись мои куличи. Я включала еще верхний гриль, получается, чтобы они немножко подрумянились. Сейчас будем мы помадку наносить сверху. Вот я уже помадку приготовила. Сейчас будем ее намазывать. Ну вот они, мои красавчики, я их достала. Сейчас будем наносить помадку. Эту помадку нужно наносить на горячие куличи, чтобы она успела растечься по-красивому, как мы любим. Так, мы, наверное, вот этот куличик сюда переставим, а этот сюда. Вот, он растекается уже. Так, распределяем все равномерно. Он сам уже растечется, как ему надо. У меня еще есть вот такие посыпки. Такие. Я не еще посыплю. И цукатами, наверное, посыплю. Маленькие, наверное, посыплю посыпками. А эти большие, наверное, посыплю цукатами. Так вот красиво получается, очень красиво, на самом деле. Она стекает. Ну, маленькие два. Точнее, средние, наверное, можно сказать. Я еще одну глазурь приготовила, желтую. Но я ее делала из упаковки. Готовую смесь. Развела 4, даже 3 у меня чайной ложечки воды. Желтенькая там она такая будет с глазурью. Вот. И получается... Ее нужно наносить на остывший кулич, поэтому один кулич я оставлю, в конце потом покажу, как вот он будет выглядеть. Так, для сравнения, то есть, чтобы вы понимали, что эта помадка очень... Вот еще один маленький я. Получается, у меня на 4 штучки хватило. Она...
пятую мы уже сделаем другой глазурью, которую я сделала ранее тоже. Но надо подождать, чтобы он остыл. Там нельзя наносить. Это хорошо. Пахнет, кстати, лесными ягодками. И второй мы сделаем также. Надо наносить сразу, чтобы они успевали прилипнуть. Не успел высохнуть, не успела высохнуть помадка, вот, поэтому надо сразу, в общем-то, это дело делать. Вторая у меня глазурь вот такая, желтая, вот я ее замешала, но ее надо, чтобы она на кулич был остывший, то есть на холодный куличик, вот. Еще у меня есть цукаты, вот давайте еще цукатами красим так вот произвольно, можно сказать, сверху разложим, потому что я не сильно любитель, когда много всяких разных посыпок, украшений. Мне нравится, когда минимально что-то. Замечательно липнет, кстати. Вот. И второй мы сделаем также маленький. Так, эти подвинем. Вот еще второй маленький сделаем. Пока он еще липнет к помадке. Запах, кстати, аромат вообще куличи обалденный на всю квартиру. Класс. Пахнет очень вкусно. Ну что, наверное, все. Больше не будем сильно много. Много сильно тоже не очень будет. Перебор, когда. Вот такие у нас получились кулички. Это куличи у нас из творожной. Из творога получается. Мы не добавляли туда дрожжи. Это творожные куличи. Вот. Вот такая прелесть, в общем, получилась. Сейчас я подожду, когда остынет последний. И намажу его еще вот этой желтой глазурью. Рецепты я напишу под видео. Это вот на это количество куличей этот рецепт будет. Чтобы вы понимали. Если вам нужно будет меньше, то тогда вы уже там пропорции уменьшаете в половину, там, или во сколько там, в треть, если вам один кулич нужен. Но это вот на это количество куличей вот этот рецепт. Поэтому я его в описании оставлю. Вы можете потом повторить его, сделать, но они очень вкусные получаются. Вот. Ну вот и все. Вот мои куличи.
готовые. Кстати, что я еще забыла сказать, что формы, вот эти вот, которые мы смазывали, они, кстати, очень хорошо отходили. То есть можно и таким способом тоже делать. Мне очень понравилось. И выпекались они у меня в итоге минут 50. То есть это до полной готовности. Вот. Получились тяжеленькие, такие прям как кексовые. Вот. Мы еще не пробовали, но в разрезе я вам покажу в конце видео. Вот. Спасибо, что были со мной, смотрели его. Подписывайтесь на мой канал. Будет еще много интересных видео. Ну, желаю всем счастливой Пасхи. Христос воскрес. До свидания, всем пока.